Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, сегодня я совершила удивительную прогулку к морю. Всего лишь я спустилась на наш южнобережный пляж. И, друзья, вот такая красота, которую я вам сегодня покажу. Но вот сначала мой сад. Начали расцветать галантусы. Еще мало их, но уже вот первые цветочки даже распустившиеся. А так они только показались еще сантиметров 5 из земли. Друзья, ну конечно я иду по дороге и прохожу вот такие кошачьи места, где кормят кошек. Вот такой потрясающий кот. Вот просто уникальный в своей харизме. Такой вот красивый котик. Очень грозно выглядит, но голос у него писклявый. И его прогнали вот эти кошки. Посмотрите, какое тут кошачье царство. Я просто кормила сегодня... Ой, посмотрите, как они выстроились. Ну, это ж надо. Я кормила голубей, потому что у меня накопилось много хлеба, какие-то корочки, печененки. Я все собрала. Вот смотрите, какой кадр. Ну, вот тут не очень видно это, конечно, но он просто тигр на дереве какой-то. Как леопард тут повис. Ну вот, друзья, еще хочу вам... Я все иду на пляж, уже подхожу. У нас строится поле футбольное, написано «Реконструкция». Они уже очень большую работу сделали. Я когда-нибудь сделаю целый фильм, потому что я последовательно все снимаю с самого-самого вот этой земли, когда это была неровная земля. И сейчас уже, видите, много сделано. Вот можете посмотреть тут, кому интересно. Друзья, но сегодня потеплело, погода хорошая, в общем-то, ветрено единственное. Почему без звука? Потому что, вы знаете, такой задувал шум, что я хотела шум волн вам, чтобы вы послушали. Но было очень шумно, неприятный такой звук, поэтому я поставила музыку. Друзья, ну штормило сильно очень, и, конечно, рефлексы, и красиво. То солнце выйдет, необыкновенная красота. Но это очень короткие мгновения, в основном, конечно... тучи, поэтому такое сероватое все, видите, немножко серое небо, и там будет несколько кадров, когда наконец солнце вышло, и вот эта вода на просвет, волны эти огромные, ну, очень романтично, конечно, летит эта пыль водяная, которой вот дышишь ею, наслаждаешься, это уже очень полезно для здоровья, полезно для легких, аэрация, вот это йод. Ну, очень сегодня очень интересно. Я даже не собиралась сегодня, друзья, снимать. Почему? Потому что, вы помните, я ездила в Москву, и у меня еще весь мой новый смартфон забита память. Мне нужно разгружать и делать вам фильмы о Москве, потому что в Москве я очень много интересных мест необыкновенных посетила. И мне, конечно, хочется всем этим поделиться, но я не успеваю эти видео монтировать. Будем чередовать, друзья, вы уж не обижайтесь. Кто-то хочет только море, а кому-то интересны мои путешествия. Я стараюсь всем угодить, всех насладить, всех порадовать. Поэтому будем чередовать московские видео, потому что там много исторических будет различных выкладок, вещей. Я буду рассказывать много исторических различных справок и материала всякого, потому что мне самой это очень интересно. Ну а Крым, ну что тут скажешь? Прелесть, прекрасный наш Крым. Видите, вон вода, как пыль водяная летит. Вот такой вид на мыс Айтадор. Друзья, мыс Айтадор очень хорошо просматривается. И, ну что еще сказать? Людей, конечно, опять нет. Все уехали, очень пустынно. Я гуляла сегодня, ну, по улицам практически никого нет. В районе рынка люди только. Магазины, наши любимые соседи. Посетила магазин, зашла на обратный путь. Друзья, я пешком, конечно, вверх и вниз. Пешком, вот смотрите, изменилось как освещение. Друзья, давайте полюбуемся, посмотрите, вышло солнце. Мгновенно меняется в какие-то доли, прямо минут, раз, и уже совершенно другие цвета. Посмотрите, зеленое, и синий, серое, и небо, я имею в виду море, вон там на горизонте, видите, другой цвет, а тут белая пена. Конечно, это такое пиршество цвета, ну, можно стоять, и только солнце зашло, все, сейчас же меняется цвет, видите, уже опять такой свинцовый становится. Ну вот, посмотрите, как красиво. Я снимала и айфоном своим, и смартфоном. У меня Xiaomi 12, который, в общем, хорошо довольно снимает. Ну и старый свой айфон я тоже, 7. Не забываю, он еще очень хорошо работает у меня, потому что все микрофоны к нему, в общем-то, куплены. Ну а Xiaomi как-то я и без микрофонов обхожусь пока.
Вот. Ну, что еще вам сказать? Друзья, заходите на мой канал. Пожалуйста, вас всех приглашаю подписаться, кто еще не подписан. Смотрите мои видео, делитесь, если есть такая возможность. Вот сейчас интересный кадр, друзья. Это вот тут же, сейчас же снимала. Так получилось вот освещение. Как-то тучи и солнце. И вот так это выглядит. Удивительно, правда? Вот такой вид открывается с нашего южнобережного пляжа. Друзья, ну, с вами, как всегда, была ваша Евгения. Люблю всех, обожаю своих прекрасных зрителей. Друзья, еще вот немножечко вам о Петре. Посмотрите, вот проходила мимо, тоже вот тут, конечно, сняла. Ну и приглашаю на свой канал, конечно, и до новых прекрасных встреч.